Здравствуйте, друзья. Ну и продолжаем историю этого улья. В прошлый раз я не снимал, я забыл камеру дома, так что не получилось. И что мы сделали? Мы поставили еще один корпус сверху. Вынули вот этот вот пыльцеуловитель, потому что попробовали. Было очень большое скопление пчел снизу, и они не пролазили через эти дырочки. Нужно, наверное, использовать все-таки пластиковые, а не самому сверлить. Поставили корпус вперемешку с вощиной и подняли вот эту рамочку трутневую наверх. Поставили с края, чтобы ее уже не засеивали. Ее, естественно, отстроили до конца. Вот, помощник мне помогает. Сейчас передам ему камеру. Он будет снимать и показывать. Сегодня немножко холодно, ветрено. Но мы так быстренько посмотрим, что у нас. В прошлый раз мы смотрели, был запечатанный трутневый расплод. Что я ожидаю увидеть сегодня, это тот же самый расплод уже на выходе. И посмотрим, что они у нас сделали. Вот. Это. Ну давайте начнем с первой рамочки. С первой рамочки с краю. Вот они, в принципе, отстроили. И вот эту верхнюю часть они залили нектаром. Вот это. Видно, что полностью отстроено, залито и в некоторых местах запечатано. То есть эту штучку мы сейчас поставим за улей. Вот. И что у нас дальше? Вот у нас рамочка, здесь расплод и открытый, и печатный. Это вторая. Такая часть у нас печатного, не печатного, точнее, вот такая часть у нас меда, сверху печатный мед. Мед рапсовый, потому что мы стоим, ну, с этой стороны то же самое, только еще и пыльцы немножко добавлено. То есть, в принципе, на эту семью можно ставить уже третий корпус. Хотя немножко пчел маловато. Мы стоим недалеко от рапсовых полей. К сожалению, не могу показать, что у нас в этой рамочке. У нас эта рамочка полностью отстроена, немножечко нектара. А, с этой стороны она не отстроена. С этой стороны у нас есть... Что? У нас есть роевые маточники. Я только не вижу... чтобы они строили рабочие ячейки больше, чем маточные. Ну вот сейчас вот будем смотреть. Я вижу, они там немножко прилепили с краю опять на ту рамочку. Точно они прилепили ее снизу. Это я уверен. Так что будем потихоньку. Если можно сказать. И вот что у нас. То есть вот эту часть они отстроили самостоятельно. И как видно, они отстроили тоже трутнем. Ну, поскольку зимовала семья. Трутень уже, в принципе, на выходе. С этой стороны путем. Вот, в принципе, вот можно видеть. Вот два трутня. И вот третий здесь. Если оператор
Сейчас я возьму камеру, сниму поближе. Вот так, в принципе, они выходят. Ждут, пока их покормят. И вот еще один. То есть уже трутень начинает выходить. Ему нужно еще немножко времени, чтобы дозреть. И все будет хорошо. Так, что у нас здесь посерединке? Упс. Немножко ветер сегодня. Здесь я вижу печатный расплод. Свежий. В свежей рамке. С этой стороны то же самое. Да, печатка есть. Это была вощина. Вощина засеяна. Нам сейчас роение не нужно. Особенно в этой семье. А полностью рамка засеяна, открытый расплод. И с этой стороны. Ну, в принципе, наверное. Следующая, опять же, должна быть печатной. Печатной. Что у нас здесь? Да, у нас здесь есть ручки. Видите, он Айкен написал. Какой сам? Открытый расплод мы видели, матка здесь, трутня мы видели, трутень выходит. Все, что нам необходимо было, мы посмотрели. И возвращаем вот эту рамочку новую, в какую сторону она стояла. Мы выращиваем маточники. Маток. В прошлый раз мы делали прививку. И в этот раз мы приехали посмотреть. Вот. Ну и в принципе, как подойдем к тем, покажем. Ну вот и добрались мы до ульев, которые выращивают маточники. Я вот открыл тут. Сегодня очень, ну, как бы так, такой нехороший ветер, так что я так очень быстро, я ее приподнял немножко, да, чтобы ее оторвать, то есть уже отодвинул рамочки, приподнял, чтобы оторвать. Сейчас будем смотреть, что тут у нас, да. Так, что мы видим? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь на верхней. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на нижний. Все, складываю назад. 17, да? В этом улье. Ну и будем смотреть следующий, посчитаем, сколько там. How I can put roof here. Ну вот, открываем следующий. Я поставлю крышу тут. Видно, да, вот эта рамочка. Вот эта рамочка у нас с маточником должна быть. Так, тут у нас еще и пластиночка стояла. Ну, улей полностью, полная с пчелами. Ну, так что все хорошо. Что мы тут эту. Thank you.
мы видим? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Верхняя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, может быть, восемь. Скорее всего, семь. А, нижняя. Again, 17. 5, 17 у нас. В том улье было 17, и в этом 17. Как-то пододвинем так чуть-чуть. Ну, в принципе, все. Давайте, давайте, убегаем отсюда. Вот на два улья у нас в одном 17 маточников. Попозже посмотрим, там может какие-то отбракуются. И в этом 17. Ну, я маленькие не считал. Тоже там, наверное, всех можно 20 насчитать. Вот. Ну вот, в принципе. Ну и покажу вид пасеки. Мы прошлись по там. Корпуса магазин, первый улей, очень слабенький. В три корпуса, уже думал, ставить ли четвертый, но как-то подождали. Три корпуса, два корпуса, три корпуса, два корпуса. Вот. Три, два, три, два. И вот отцовский улей смотрели, как бы, не знаю, ставить, не ставить. Я решил не ставить корпус. Мы так чуть-чуть посмотрели. Ну, в принципе, вы с нами смотрели. Это вот наши нуклеусы, что были. Мы на крайний зеленый с коричневым, только что поставили корпус вощины сверху. Вот. Ну, вот так вот. По 17 маточников на каждую. А можно было поставить и по две рамочки таких. То, ну, и сейчас заканчиваем большим. Посмотрим, у нас стоит корпус и магазин сверху. Ну, посмотрим, что они собрали, что они наделали. Вот. А, хотя можно и поснимать. Can you hold it again, so we can check big one? Такой самодельный. Полный корпус вощины, рамочек. Так, это больше как склад. Подкрышник, утепление. Ну, что мы тут можем увидеть? Я вот вижу здесь вот пчелы работают через пленочку. Вот как бы такая у нас ситуация. Вот серединку они отрабатывают. Ну давайте серединку и посмотрим, что у нас. Вот. Рамочки были отстроенные, какие-то отстроенные, какие-то пустые. Это, по-моему, была, да, это была не отстроенная. Вот они ее отстроили. Трутнем. Ох ты, мама еще и яйца даже накидала трутневые. Ну ничего страшного. Упс. Я думал, поставлю побольше расстояние, она не будет сеять здесь, потому что второй корпус хочет. Вот это мед светится у нас вот так. И трутни вон бегают по меду. Здесь опять мед, и вот тут вот место такое пустое оставлено. Но яиц нету. Ну, не знаю, готовят, наверное, для засева.
Ну, как бы, блин, большое расстояние вроде. Не знаю. Вот это полностью медовая рамочка. И рамочка, видите, да, проволочка. Проволока, то есть они сами отстраивали ее. Без вощины, там сверху полосочка была. Ну, в принципе, многие знают альпийский улей. Вот альпийский улей так делают. Ну вот, тоже медик, нектар. Еще ничего не запечатано, мы на прошлой неделе это поставили. Ну давайте еще одну рамочку посмотрим, вот эту вот. Следующую. О, о. Ну двигайся. Приклеили. Ох ты, ёшкин кошкин. Они трутня тут зафигачили. Уже это самое, уже не яйца, уже эти самые, открытый расплод. Так что следующая рамка тоже точно залупит трутню. Ну ничего, будет еще одна семья папашки. В принципе, это была хорошая хорошая семья донор. Надо будет в следующий раз поставить им корпус с большими рамками. Ну вот, в принципе, и все на сегодня. Кому понравилось, пальцы вверх. Подписываемся на канал. Ну и до новых встреч, ребят. Всем пока.